Moving in a mist. Come on. I worship you, Lord, I worship you. You are here, moving in us. Come on, my dear. I worship you. Lift up your hands to the Lord. Once again, you are here. Never stop.
say after me, lift up one hand to the Lord. Подними одну руку к Богу и скажи со мной. Put one hand on your chest. Положи одну руку на твою грудь. And say after me. И скажи со мной. You are my way maker. Ты тот, кто направляешь мой путь. You are the promise keeper. Ты тот, кто хранишь обещания. You are the covenant keeper. Ты тот, кто хранишь завет. You will make a way for me today. И ты делаешь каждый день новый путь для меня. You will make a way for me today. Ты сегодня делаешь путь для меня, творишь новый путь для меня. Your words will change my life. Твои слова будут вести мою жизнь. I will never be the same again. Я не буду такой же, каким я был раньше. In the mighty name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. You are my way maker. Ты тот, кто творишь мой путь. Promise keeper. Тот, кто хранишь все свои обещания. In Jesus' mighty name. Во имя Иисуса. Give God a praise. Поставь Богу хвалу. Thank you. Спасибо. Thank you, Pastor. Спасибо, Pastor. Hallelujah. Take your seat, please. Можете занять свои места, пожалуйста. I'm the one of the old guys who like using the Bible. The old guys. А кто-то из более старших ребят? Я один из старших ребят. Все, я понял. Я не слышу в мониторе. Все хорошо. Не разочаровывайтесь. Если сегодня мониторы не работают. I like using this kind of Bible. Мне нравится использовать такой вид Библии. But it happens today my Bible is Russian Bible. Но так случилось, что сегодня моя Библия на русском. And I'm confused. Я немного в таком замешательстве. To preach in Russian? Проповедовать ли на русском мне? Or to preach in English? Или на английском? На испанском надо просить вас. Bona Sio. Okay, I'll do my best to preach in English. Я сделаю своё лучшее, чтобы буду проповедовать на английском. I have lived here for quite a long time. Я живу здесь уже на протяжении долгого времени. And I've been speaking a lot in Russian language. Я, наверное, много буду говорить тоже на русском. Я немного проповедую на русском. Я немного проповедую на русском, вот как. So it's a challenge for me to preach in English. Поэтому для меня это даже такое вид испытание определенного, вызов такой, проповедовать на английском языке. So don't judge me too much. Поэтому вы тоже, обращайтесь к иностранцам, не судите строго. Let's open our Bible to Psalm 23. Давайте откроем Псалом 22. Verse 6. Psalm 22:6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем. Многие. This is a word of confidence. Это довольно-таки уверенное слово. David is saying. Давид говорит. Surely. Точно. Так точно. Goodness. Благость. And mercy. И милость. Shall follow me. Да следуют за мной. Shall follow me. Да следуют за мной. На английском звучит следуют. Не будут, а следуют. Сопровождают. Сопровождают. Goodness and mercy. Благость и милость shall follow me. Да сопровождает all the days of my life. Меня во все дни жизни моей. Today сегодня is one of the days of my life. Сегодня один из дней моей жизни. Today сегодня is surely. И это точно так и есть. One of the days один из дней of my life. Из моей жизни. So when should goodness follow me? Поэтому вопрос такой. Когда благость и милость должна сопровождать меня? I think today. Я скажу сегодня. Today.
Сегодня она должна меня сопровождать. I have many days to live. У меня, да, много дней на земле, чтобы прожить. I even don't know how much. Я даже не знаю количество. But today, но сегодня I'm breathing. Дышу. Дышу. Я понял, я думал, что сказать. Сегодня я дышу. Можно себе его сделать для примера. Today, да, сегодня is one of the days. Один из дней. Благость и милость. Goodness and mercy. Да сопровождают меня. But they follow me. Во все дни моей жизни. In all days of my life. Во все дни моей жизни. In all days of my life. Но сегодня. But today. Один из тех дней. Just one of that old days. Моей жизни. Of my life. Который я должен жить. That I supposed to live. Тогда каком дня должны за мной сопровождать? So, in what exact day they supposed to follow me? Милость. The mercy. И благость. And the grace. Я думаю. And goodness. Это сегодня. I think, and I'm sure that that's today. Я не знаю, что будет завтра. I don't know what's be tomorrow. Но сегодня точно. But today for sure. Я здесь. I'm here. Я дышу. I'm breathing. Я вижу. I see. Я хожу. I'm walking. И не буду откладывать. And I will not postpone. Мое благословение. My blessing. На сегодня. I need that today. На завтра. What I'm supposed to have today, I will not postpone for tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Сегодня. Today. Бог предназначил для меня. God has prepared благость. For me, the goodness. Болезни. Sickness. Sickness. Немощи. Weakness. Это не благость. This is not the goodness. Это не добро. This is not from God. Головные боли. Headaches. Проблемы. Problems. Это не благость. This is not the goodness. Рак. Cancer. Это не благость. This is not the goodness. Failure. Ошибки, падение. Неудача. Не уходил. Да. Это не благость. This is not the goodness too. Благость. But the goodness. Успех. That's a success. Жизнь. Life. Здоровье. Health. Достаток. Prosperity. Духовная жизнь. Spiritual life. Вера. Faith. Победа. Victory. Message. Милость. Это есть благость. This is the goodness. Hallelujah. Hallelujah. Хорошие оценки. Good marks in the school. Take that. Let's get it. Hallelujah. I've come this evening to tell somebody. Я пришел сегодня, чтобы сказать кому-то. Today is one of the days. Сегодня один из тех дней. That goodness is meant for you. Когда благость приготовлена и сделана специально для тебя. Evil is not meant for you. Зло не сделано для тебя, оно не предназначено God для тебя. Is making a way for you. Бог создает новый путь, новую дорогу для тебя. Amen. Amen. Hallelujah. But you have to be at a place. Но тебе нужно быть в том нужном месте. You have to decide where to be. Тебе нужно решить, где тебе находиться. In the house of the Lord. В доме Божьем это лучше тебе. Goodness will follow you. Благость будет следовать за тобой. Message will follow you. Милость будет следовать за тобой. And you will be in the house of the Lord. И ты будешь в доме Божьем. Amen. Amen. There is a place for you to be. Здесь написано, что есть место, я прибуду в доме Господнем. A place of blessing. Это место благословения. A place of goodness. Это место благости. A place of mercy. Место милости. It's a place of Jesus. И это есть все это место. It's a place of the Holy Spirit. Это место, где живет Дух Святой. It's the place of love. Это место любви. It's the place of the Father. Это место Папы. Hallelujah. Hallelujah. It's the place of goodness. Это место благости. Where the Father is. Где Папа находится. There's goodness. Там есть благость. Where the Father is. Где находится Папа. There's mercy. Там есть милость для Where детей. Jesus is. Где находится Иисус. There's mercy. Там есть милость. Bartimeu. Bartimeus. Правильно. Bartimeus said. Bartimeus сказал.
Окей, давай, я на русском. Ватимей Тимеев. Это фамилия? Син Тимеев. А, Син Тимеев. Окей, so Bartimaeus, son of the Timaeus? That's right. Сказал. He said. Иисус, сын Давида. Jesus, son of David. Помилуй меня. Be merciful to me. Jesus, be mercy to me. Он сказал, Иисус, будь милостив ко мне. And Jesus opened his eyes. Иисус открыл глаза. So where Jesus is? Поэтому где находится Иисус? There's mercy. Там находится благодать. Where Jesus is? Где находится Иисус? There's goodness. Там есть благость. Which is expressed. Которая выражается в чем-то. Mercy. Милости. Love. Любовь. Healing. Исцеление. Deliverance. Освобождение. Hallelujah. So wherever Jesus goes, и поэтому куда бы ни пошел Иисус, goodness followed people. Благость она идет за ним, она идет за теми людьми, она находится там, где находятся люди. People found mercy. И часто люди идут за милостью. Ten leprous came to Jesus. Когда человек прокаженный приходит к Иисусу, десять прокаженных приходят к Иисусу. They cried. И они взывают. Jesus, son of David. Иисус, сын Давида. Have mercy on us. Будь милостив к нам. And he said, go to the high priest. И он говорит, идите к священнику. Show yourself to him. И покажитесь ему. And see what God has done for you. И сообщите ему, что Бог сделал для вас. They started moving. И они начинают идти. As they were going. И пока они идут. Their sickness left them. И эта болезнь оставляет их. And one comes back. И один возвращается. To tell Jesus. Чтобы сказать Иисусу. How good it is. Насколько хорошо это. To be cleansed from leprosy. Быть здоровым. And Jesus said, "Where are the others?" Иисус задает вопрос, где остальные? They didn't come to say anything. Они не пришли ничего сказать. God will do a good work in your life. И я сейчас вам скажу, что Бог будет делать хорошую работу в вашей жизни. And you have a good testimony. И у вас будет сильное свидетельство. Hallelujah. Sometimes there are certain things God does for us. И иногда есть некоторые вещи, которые Бог делает для нас. They look very marvelous. И они смотрятся довольно восхитительно, сильно. And sometimes we think it is impossible for God to do certain things for us. И иногда даже они настолько кажутся, или мы слышим в жизни чьих-то каких-то людей, и нам кажется, да ну, это невозможно, чтобы Бог повторил то же самое в моей жизни. There are certain things God will do for you. И есть вещи, которые Бог будет делать для тебя. You might think it can happen only in a dream. И настолько чудесные вещи, что тебе может показаться, но настолько ты можешь представить это, возможно, только во сне. It's very difficult to believe certain things God does. И на самом деле есть определенные вещи настолько чудесные, да, сверхъестественные, что тяжело поверить, что это делает Бог. In the reality of life, но в реальности жизни, it's difficult to believe certain things. В реальности жизни мы живем в таком приземленном уровне жизни, что тяжело верить в сверхъестественное. Let's read Psalm 126. Давайте прочитаем 125-й псалом, правильно? На русском это будет. Да. Что-то типа такого. Psalm 126. 125-й псалом. Hold on for a minute. Psalm 126. Okay. Verse 1. Стих 1. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, whereof we were glad. Да, когда вернул Господь пленных на Сион, мы были как во сне. Тогда уста наши были наполнены смехом, и язык наш пением. Тогда говорили народы, великие дела сотворил для них Господь. Великие дела сотворил для нас Господь, и мы радовались. There are certain things God will do for you. Которые Бог делает для тебя. It is difficult to believe. Настолько чудесное, что тяжело поверить. That God can do it. Что Бог может сделать это. There are certain things you are going through. Есть определенные вещи, через которые ты можешь проходить. You can believe it in a dream. И тебе кажется, да ну, хороший исход возможен только во сне. You can believe it in your dreams. И ты, возможно, в твоих снах веришь.
It's easy to believe it in your dreams. И это легко даже поверить только во снах, что это возможно решить. What you dream of? Есть вещи, которые когда ты думаешь, тебе кажется, что Бог может это делать для вас только во сне. Ну да. Okay. Хорошо. Он хороший переводчик. Быстрее переключается. Он мне нравится. Есть вещи, которые тебе кажется, никто не может вам помогать. And there are certain things that seems like it's absolutely unhelpful. Nobody can help. Но ты хочешь, чтобы Бог тебе помогал. But you really want for God to help you in that situation. Но ты знаешь, что это слишком сложно. But you know that it's very and very hard. Только во сне можно верить. And it looks like only in your dream it's possible to believe. Но во сне легко верить. And your dream is easily to believe. It's easy to believe. Потому что там никого нет. Because no one is there in your dream. И вот Израиль находится в рабстве. And we see that Israel in a slavery, in the captivity. Они в плену. And they're in the captivity. У человека, который Библия называется крепкой рукой. And we in the captivity of the man that Bible names as a strong hand man. Это фараон. That was the Pharaoh. Крепкой рукой. He was holding them in the captivity with a strong hand. И никто не мог избавить Израиль от его рукой. And no one was able to deliver them from that strong hand. Это серьезный проблема. It was very serious problem. Никто не мог избавить. No one could deliver them. Израиль мог только мечтать. And Israel could only dream in their dreams. Они могут только думать об этом. They only can think and imagine that. Но не верят, что это возможно. But in reality, they do not believe that that's possible for them to be delivered. Вы знаете что? Do you know? Когда ты веришь во сне, that when you believe in your dream, Бог будет туда прийти. God will act even through your dream. When your belief cannot be in realities, когда ты веришь, что что-то возможно, что кажется невозможно в реальности, but you believe in the dream, и ты в представлении, да, в каком-то мечтании можешь себе это представить, that what you want can be done only in a dream, что и даже представляешь, что ну это вот возможно сейчас представлю, и значит это, and you are believing in the dream, и ты веришь вот в мечте, что это возможно, God can come into your dreams. Бог может сработать даже там, в этих местах. Потому что если твоя вера, она там, ты придешь туда. Faith pleases God. Вера, она угодна Богу. Вера, so wherever God sees fit, he will come. И поэтому, куда бы Бог тебя, что бы ты ни представил, с верой Бог может тебя туда привести. Whether in the natural, или в естественном, whether in the spirit, или в сверхъестественном, в духовном. Или это может быть в твоих мечтах какое-то представление. Your faith will please God. Если там есть твоя вера, она будет угодна Богу. And God will come. И Бог придет на эту нужду. So Israel said, и поэтому евреи говорят, Израиль говорит. It was like a dream. Это казалось мечтой. When God turned our captivity, когда Бог обернул, забрал нас из рабства, when God changed the position, когда Бог поменял эту позицию, это положение, it was like a dream. Это было как во сне, мы не могли себе представить. It was impossible. Это казалось невозможным. But it happened. Но это случилось. And we were happy. И мы были радостны. We were rejoicing. Мы радовались. We were so happy. Мы были так счастливы. We were so glad. Мы были так радостны. And the unbelievers, и неверующие люди, they said, они говорили, God, Бог, has done, Он сделал, great things, Он сделал великие вещи, for them, для них, that's why they are rejoicing, и это причина, по которой они радуются, that's why they are singing, и это причина, по которой они поют, hallelujah, hallelujah, it can't be possible, но это же невозможно. But it happened. Но это все-таки случилось. It's impossible. Это кажется невозможным. But it happened. Но это случилось. No one can heal me. Никто не может исцелить меня. The doctors can't help me. Доктора
Jesus did it. Но Иисус это сделал. No money. По естественному. No money. Немного. Get in. Normally, sounds like normal. No money. Нет, если ситуация, когда нет денег. But God can provide. Но Бог может обеспечить. For your school fees. И твое обучение. They say no money. Они, кто-то скажет, нет денег. The rector say money, 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 money. И уже арендатор говорит, ну давай, денежки, денежки, денежки. Jesus said, I am your provider. Но Бог говорит, я тот, кто, I am your provider. Я тот, кто обеспечивает. Is there anybody here who needs a miracle? Есть ли люди, которым нужны чудеса здесь? And it seems it's impossible. И возможно кажется, что это невозможно. It's easy to think about it like a dream. И возможно легко представить, да, я могу представить, что это я исцелен. But in the reality, но you don't believe that it can happen. В реальности тебе нужно поверить, что это возможно. But you can believe it as a dream. Ты можешь, конечно, верить как просто представление. But in reality, it's difficult to believe. Но в реальности тяжело, да? Keep it in the dream. Все равно схвати это хотя бы на уровне мечты. Keep the faith even in the dream. Держи это благодарное сердце в реальности. God is the God of dreams. Потому что Бог, Он способен исполнять мечты. Бог God is the God that gives dreams. Это Бог, который дает мечтания и желания в наши сердца. Hallelujah. Hallelujah. They said it's impossible. Кто-то сказал, что это невозможно. And the people said, we can see the result. Но после они говорят, вау, мы видим результат. They are rejoicing. И они радуются вместе с вами. They are rejoicing. И они радуются вместе с вами. Somebody is going to rejoice tonight. Кто-то будет сегодня радостный, аминь. I don't feel it. Я, возможно, ты можешь не чувствовать это, я это I чувствую. Don't feel it. Я не чувствую этого. I know it. Я знаю. You are going to rejoice. Вы будете радоваться. Because God is on your side. Потому что Бог на твоей стороне, на вашей стороне. Hallelujah. Amen. Now, the people were saying. И, да, опять же, есть люди, которые говорили. The people were saying. И люди говорили. God has done great things for you. Что Бог сделал великие чудеса для тебя. Now, what is your personal testimony? А теперь скажи мне твое личное свидетельство, что Бог сделал для тебя. People saw. Люди видели. What God has done for them. Люди видели, что Бог сделал для них. Sometimes people don't recognize what God has done for them personally. И иногда люди даже они не способны различить, что Бог делает сейчас для них. But other people can see it from outside. Но некоторые люди, которые извне жизни, они видят то, что происходит на самом деле. And others wish they have your miracle. И некоторые люди даже завидуют тому, что в твоей жизни случаются чудеса, которым ты даже не придаешь значения. But sometimes we become so conversant and familiar with miracles and blessings that we don't believe that God can do anything for us anymore. Но иногда даже мы становимся просто поверхностными в отношении чудес, которые случаются в нашей жизни. Возможно, они могут быть маленькими, но мы думаем, мечтаем о чем-то великом, нам кажется, да, невозможно, да, при том, что чудеса случаются. God wants people to see what He can do for you. Бог хочет, чтобы люди вокруг тебя увидели славу того, что Бог делает в твоей жизни. But above all, He wants you to know that He can do miracle for you. Но прежде всего Он хочет просто, чтобы ты допустил мысль, что Он уже сделал чудеса для тебя. God wants people to see that He can bless your life. Бог хочет, чтобы люди вокруг тебя увидели, что ты можешь благословлять жизни, что Он может благословлять чужие жизни. That He, God, can bless you. Что Он тот, который может благословить тебя. And He wants you to know that He can bless you. И Он хочет, чтобы ты реально знал и понимал, что Бог тот, который может благословить тебя. So the people were saying, что и поэтому, когда люди говорили, God has blessed them. Бог благословил их. He has done great things for them. He has done great things for them. А Он сделал для них великие чудеса. That's why they are rejoicing. Поэтому они радуются. And when they heard it, и когда они слышали это, они тоже повторили на себе. And they also tried to repeat that on themselves. Бог сделал великие дела для нас. And they also started to say, God have made the beautiful miracles for us. И сами начали радоваться. And they too started to rejoice. Что я делюсь с вами сегодня? What I'm trying to share with you. Очень важно. It's very important. Чтобы мы замечали, что Бог может делать. We need to notice what God can do для нас. For us.
Я живу в Украине 29 лет. I live in Ukraine for 29 years. Я видел, что Бог сделал здесь. And I saw what God made here. 90-е годы всё было как серое. And in 90s everything seemed to be like in a gray color. Мы были студентами. We were students. Мы молились. We prayed. Мы верили. We kept faith. Я жив в Киеве. I was living in the Kiev. Я приезжал в Запорожье. I was visiting the Zaporozhye sometimes. Собрал верующих. I were uniting the people, Christians. Pastor Samson. I were inviting the Pastor Samson. Медицинский институт. Gathering Medical University. Там учился Пастор Самсон. And Pastor Samson was Pastor there. And Pastor Alfonso was studying. And we went to the roof of the building. Of nine floor building. We went to the roof. We пошли на крышу. Смотрели небо. And we started to observe the heaven. И представили себе как Авраам. And we imagined ourselves as Abraham. The children. We представили себе как дети Авраама. And we tried to imagine like these stars in the heaven. This is as us as the parents of that stars in the heaven. Бог сказал Авраам, смотри на звезды, какие будут твои дети. Because God told you, Abraham, look up the stars that would be your children, the amount of the children that you will have. Считайте их раз, два, четыре, пять. Считай. Try to count these stars. Try to make a number. Мы начали мечтать. And we started to dream. Чтоб университета. That in universities of Ukraine. Будут пробуждения. Would be revival. Среди студентов. There would be a huge amount of students. В городах. In the cities. Будут пробуждения. There would be revivals because of the foreign students. По транспорта. In the transports. Трамвай. Транспорте. Автобусы. Поезда. In the trains. Будут пробуждения. That everywhere would be the revival. Когда мы ехали поезда. So when we traveling in a trains. Тумбур, там где тумбур, да? Да. Тамбур. Мы там стояли всю ночь молились. So we were praying in these small quarters, you know. Особенно когда холодно, приятно молиться. Especially when you're in a train and that's like very cold. In the train and you like trying to pray in the holy tongues. Did you know that we have God? 91 year, 91st year. We слышали. And we heard. Люди уже выходят на улицы. That the people are walking on the streets. They're going on the streets. Скоро город изменится. And they were singing that. И люди будут ходить по улицам. Знаешь ли ты, что Иисус Господь, Иисус есть царь? Hallelujah. Скоро город изменится. So they were singing the songs. И люди будут ходить по улицам и говорить. Хорошо спели, братцы. Very soon people will come out. Очень скоро, ну, в общем-то, песня. They will walk on the streets. Очень скоро люди выйдут на улицы. And they will be asking each other, do you know Jesus? Они будут ходить по улицам, будут спрашивать, ты знаешь Иисуса? That Jesus is Lord. Ты знаешь, что Иисус он Господь? And that's how the revival started. И это то, как на самом деле пробуждение началось. It was like a dream. Это казалось мечтой до этого. It was like impossible. Это казалось невозможным. But the faith was not impossible. Но вера сделала это невозможное. And today we have churches everywhere. Оно реализовало это, и сегодня мы видим очень много церквей повсюду. Пастор Афонсо. And all other pastors in Zaporozhye. И очень много других пастырей по Запорожью. And all over Ukraine. И по всей Украине. They will confess. Которые признают, которые исповедуют. To the year 1995. Которые могут сказать о том, что в 1995 году. There was no burden. Не было иго, да? Burden. Burden. А не было здания, не было зала. Where there was no church. Где не было церкви. Every place was filled. То есть каждое здание церкви было наполнено людьми. God can answer prayers. Бог способен отвечать на молитвы. Are you with me? Вы со мной?
God can answer your prayers tonight. Бог может ответить на твою молитву сегодня. There was this woman who came to Jesus. Была одна женщина, которая пришла к Иисусу. She said to herself. Она сказала сама себе. I have a problem. У меня есть проблема. The doctors cannot help me. Доктора не могут мне помочь. She sold everything. Она продала все. Nobody could help her. Но никто не смог ей помочь. Then she said. И поэтому она начала повторять себе. I need a breakthrough. Мне нужен прорыв. If I can touch Jesus. И она сказала, она поставила установку, как только я прикоснусь к Иисусу, I will be healed. Я буду исцелена. She was speaking of the things she had not seen yet. Она обозначила себе вещь, которую она еще не знала, но она представила себе, обозначила место чуда. She was talking of a miracle she never seen anybody had before. Она говорила сама себе, повторяла о чуде, о котором еще, возможно, никто в ее селении не слышал. She never heard that anybody was healed through that way. Она никогда не слышала вообще в своей жизни, что кто-то может исцелиться, просто прикоснувшись к чему-то. But she did it. Но она сделала это. She touched Jesus. Она прикоснулась к Иисусу. Matthew chapter 9. Матфея 9 глава. And she was healed. Матфея 9 глава можете найти. Она прикоснулась к его одежде, к краю его одежды, и она ей была исцелена. Now, when you read Matthew chapter 14. И когда вы читаете Матфея немножко дальше, Матфея 14 глава. Verses 34 downwards. И от 34 стиха и ниже. Jesus came back to the same place. Иисус возвращается в это же самое селение. And the people got to know who he is. И люди уже знали, они уже слышали о том, кто он. And they went and brought all the sick. И написано, что они собрали и вывели большое количество больных людей. And they asked him. И они просили его. Can we touch? Можем мы прикоснуться к тебе? And the Bible says, as many as touched him. И так и написано, что столько людей, сколько прикоснулись к нему, they were made whole. Все, they were healed. Все были исцелены. It means only those who touched him. И, только те, которые прикоснулись к нему, were healed. Были исцелены. Only those who touched him. Те, которые прикоснулись к нему, were healed. Были исцелены. Where did they get that information from? Откуда они взяли эту информацию? From that woman. От этой женщины, who could dream, которая когда-то мечтала to be healed, быть исцеленной. And God healed her. И Бог исцелил ее. So people were waiting till Jesus comes. И поэтому люди, услышав это Евангелие от нее, они ждали, когда Иисус появится. And they make their dream a reality. И они также смогли благодаря ее вере сделать свою веру реальной. Their dreams became their hope. И теперь их мечты, благодаря ее свидетельству, стали их надеждой. Their dream became their faith. И теперь эти мечты, благодаря ее свидетельству, стали их верой. And Abraham dreamed of having a child. Точно так же, как Авраам мечтал иметь ребенка. And he got a child. И он получил в итоге ребенка. You will get your blessing tonight. Ты получишь свое благословение сегодня. I said you will get your blessing tonight. Я сказал, что ты получишь свое blessing. I said you get your blessing tonight. Ты получишь свое благословение сегодня. And you will sing a new song. И будешь петь новую песню. In Jesus' name. Во имя Иисуса. The Lord has done a great thing. Бог сделал великие вещи. For you. Для тебя. And he will do it again. И он сделает это снова. Hallelujah. Now, with a little time I'm left with, I just want to talk with you about the Christian living. Я бы хотел немножко затронуть тему, пока еще есть время, по поводу того, как живут христиане. There are a lot of challenges in life. Да, есть очень много вызовов в жизни. As Christians, как христиане, as workers, как те, которые работают на поле Божьем, as students, как работники, да, в каком-то деле, как студенты. There are always the challenge of your faith. Всегда есть вызов для твоей веры. There are two things. Есть две вещи. Temptation, испытание, and the trial of your faith. Есть искушение и испытание твоей веры. Thank you. There's the trial of your faith. Есть испытание веры. And temptation. Есть искушение. Temptation. Искушение. Is meant to pull you down. Оно призвано опустить тебя. Temptation always comes to pull you down. Искушение, оно все время для того, чтобы унизить тебя. Чтобы ты упал. Temptation always pull your faith down. И искушение, оно всегда понижает уровень твоей веры, градус твоей веры.
It makes you judge yourself. Оно заставляет тебя судить самого себя, осуждать себя. It makes you feel unworthy. Оно заставляет тебя чувствовать, что ты недостоин. It makes you feel defeated. Оно заставляет тебя чувствовать пораженным. Temptation is not meant for spiritual growth. Искушение не имеет никакого предназначения для твоего духовного роста. But the trial of your faith. Но вызов для твоей веры. Makes you sharp. Делает тебя острым. Makes you strong. Делает тебя сильнее. Makes you like a steel. Делает тебя как металл. And makes you grow. И делает так, что ты растешь. When the manufacturers of any automobile. И когда производители любой марки автомобиля. They try the car. Они создают машину, они ее поддают испытаниям. They try it very hard. И они поддают ее очень тяжелым испытаниям. They put different forces against the car. И они создают определенные условия искусственные для того, чтобы проверить выносливость машины. Not to destroy the car. Не для того, чтобы разрушить машину. All that the car will go through. Все, что проходит через этот процесс машина, is to help the manufacturer to produce the best out of that. Она делает все для того, чтобы произвести лучшее, достать с нее лучший вариант. For safety. Для конечной цели, какой безопасности, for comfort, для удобства. Amen. Whatsoever the car will go through, через что бы ни проходила машина, from the manufacturer, начиная с производства, it is to produce the best car. Это чтобы сделать лучшую машину. So, when your faith is going through a trial, и поэтому, когда твоя вера, она поддается вызову, is to get the best out of you. Это чтобы достать лучшее из тебя. Is to get the best out of you. Это чтобы достать лучшее из тебя. Is to get the best out of you. Чтобы достать лучшее из тебя. But when you are going through temptation, но когда ты проходишь через искушение, is to pull you down. Это чтобы опустить тебя. So every time Jesus was tempted, и поэтому каждый раз, когда Иисус поддается искушению, he walks away. Он просто уходит. He walks away. Он просто уходит. When they tempt him, когда искушение, he walks away. Когда приходит искушение, он уходит. When they plans to kill him, когда были задумки, люди хотели убить его, with stones, побить его камнями, he walks away. Он просто, написано, что он, да, как бы испарился между ними. Sometimes I know you want to tempt me. И иногда хочется сказать, я знаю, что ты хочешь испытать меня, искусить меня. Then you give an answer and walk away. А то есть если ты понимаешь, что искушение вот близится, оно на пути, просто что тебе нужно сказать? Да, то есть это не мое, и раз, ушел. Все. Temptation is meant to destroy. Искушение, оно в себе имеет корень разрушения. Оно призвано разрушить тебя. But the trial of your faith, но вызов твоей веры, is to build you up. Чтобы ты вырос, стал... So as Christians, поэтому как христиане, our faith will be tried. Наша вера может быть испытана, будет испытана. Yet we will face temptations. И мы встретим определенные искушения на своем пути. And we need to understand the truth. И нам нужно знать правду. When we are being tempted, когда мы искушаемы, and when our faith is being tried, и нам нужно различать также, когда наша вера испытывается. I went to Armenia and lived 1 year in Yerevan. На протяжении одного года я жил вместе с моей семьей в Ереване, в Армении. After university, после универа, I was there for 1 year. Я находился там один год. I had good plans. У меня были чудесные планы. After university, после универа, after civil aviation, after Abias, университет Abias, Nau, связи, университет авиации, aviation. Авиация, окей, ну да. Когда я учился, назывался Китер. Как у меня языке я говорю? На английском. When I finished the university, когда закончил университет, I have big plans. У меня были большие планы. To establish computer network system in Ghana. Чтобы создать компьютерную network, такую систему, да, networking, то есть создать определенную сеть компьютеров, какую-то сеть. В Гане, в моей родной стране. I want
computer system to be in every school, in every university. И у меня было желание имплементировать, да, ввести эту такую компьютерную систему в каждую школу. I can assemble computers anyhow. It's like toys for me. И для меня это сборка компьютера, да, его работа с компьютером для меня вообще как игрушка, да, то есть я мог легко этим заниматься. And they not told me no. И вовсе он мне нет. I want to make money. Я хотел делать деньги. The Lord said no. Бог сказал мне нет. He said take your Bible. Он сказал возьми свою Библию. Take your diploma. Скажи возьми свой диплом. So I had my Bible. Вот у меня была моя Библия. I had my diploma. У меня был мой диплом. This is what I did. Lord, what do you want? И это то, что я сделал. Бог, что ты хочешь? He said choose one. И he said. Choose one. И он сказал мне выбери один. I will choose my diploma. Я хочу выбрать мой диплом. Then the Holy Spirit said no. И потом Дух Святой сказал мне нет. Choose the Bible. Выбери Библию. I said I want the diploma. Я сказал я хочу диплом. He said take the Bible. Он сказал возьми Библию. I want to be rich. И я сказал я хочу быть богатым. He said you'll be richer with the Bible. И он сказал ты будешь богаче с Библией. He said did not Jesus told you? Не сказал ли тебе Иисус? So that if you get the whole world, даже если ты завоюешь и возьмешь целый мир, and lose your soul, и потеряешь свою душу, what will be the profit? Какой смысл из этого? Какая ценность в этом? Then I understood. И после я понял. All the riches in the world, все драгоценности мира, cannot be compared with your soul, pastor. Не может быть сравнима с твоей душой, пастор. How does it? Oh, I got a secret. И можно сказать, вау, у меня есть секрет. I get to save, I'm rich. I got to save, I'm rich. I got to save, I'm rich. I got to heal, I'm rich. И мой секрет прост. Ты спасен, я богат. Ты здоров, я этим богат. У тебя все хорошо, я этим богат. Если через меня ты спасаешься, я богат. Если через меня ты исцеляешься, я богат. Моё богатство — это те люди, которые приходят к Господу через My richness as a pastor, this is the value of the lives that come into Christ. That was my challenge. И это было мое. That was the trial of my faith. И это был вызов моей веры. But your trial will be different, maybe. Но возможно, твой вызов будет другим. Дай Бог. Your trial work with your profession. Твой вызов может быть в плане твоей карьеры. And save souls. И также спасать души. Do you like that? Нравится такая тема? You got two in one. Если у тебя дабл, то одно, двойное в одном. Save souls. Спасать души. Work with your professions. И работать по своей профессии. Pray for the sick. Молиться за больных. Work with your professions. И работать по своей профессии. Preach the gospel. Проповедовать другим людям. Be a doctor. И быть доктором. Be a professor. Быть профессором в своем деле. Be an IT engineer. Быть IT-инженером. Work with your profession. Работай по своей профессии. But for me, но для меня, it was temptation. Это было искушение. To work with my profession. Работать по моей профессии. So Holy Spirit said, take the Bible. Поэтому Дух Святой сказал мне, возьми Библию. I was in Armenia. Я был в Армении. And I was the only black man. Я был единственным темнокожим человеком 1997. В 1997 году in the whole country. Во всей стране. Everywhere I go, и куда бы я ни пошел, children will be saying, и дети, да, дети на улицах пытались издеваться надо мной. They will say, oh, your hair is like a carpet. Они говорили, о, твои волосы как ковер. Сейчас ничего нет. Right now I have nothing here. Слава Богу. Praise God. And the Lord said, I was offended. И да, я обижался. And the Lord said, и Бог сказал, do you remember your childhood? Он спросил меня, ты помнишь свое детство? When the missionary came, когда приехал миссионер, you ran after them. И ты бежал за миссионерами. Песикруни. А теперь люди говорят, чёрный человек.
И поэтому Бог сказал мне: иди проповедуй детям. So I started talking to the children. Я начал общаться с детьми. And their parents comes around. И родители, ну, подошли. They want to hear what language I'm speaking to the children. И они хотели узнать, на каком языке я общаюсь с детьми. Whether Armenian. На армянском. Russia. На русском. Or English. Или на английском. When they come. Когда они подошли. Your eyes were like that. Их глаза очень сильно расширились. I speak with them in Russia. Я говорил на русском. Little Armenia. И на чуть-чуть на армянском. And they say, wow. И они говорят: вау. Come to our house. Приглашаем тебя домой. Preach to us. Попроповедуй нам. Revival. И там началось пробуждение. I established church over there. Я начал церковь там. After one year, I came back to Ukraine. Через год я вернулся в Украину. I said, Lord, what next? Я спросил Бога: Бог, что дальше? Can I go back to Ghana? Могу я, пожалуйста, поехать назад в Гану? I went back for my diplom. Я все-таки хочу поработать на диплом. I took my Bible. Я взял Библию. Lord, can I take my diplom? И, ну, и посмотрел на диплом, сказал Богу: могу взять диплом? Holy Spirit said no. Но Дух Святой сказал нет. Around that time. И в то время. T.L. Osborne comes to town. T.L. Osborne. T.L. Osborne, он приехал. Who knows T.L. Osborne? Кто знает T.L. Osborne? A great man of God. Это великий человек Божий. An evangelist. И евангелист. And invites me. И он зовет меня. And some other pastors. И несколько других пасторов. At the end of the day. At the end of the day. А, и в конце дня. God told me. Бог сказал мне. Start tent ministry. Начни служение. In Ukraine. В Украине. Начни палаточное служение в Украине. And I had the biggest tent in Ukraine. У меня была самая большая палатка в Украине. The first city I conducted my crusade. И первое, где у меня был в этот день крусейда. 30 days non-break crusade. Non-stop. Okay. Non-stop. Okay, и 30 дней этот крусейд он длился. From morning to evening. С утра до вечера. Can you guess what city it was? Можете угадать, какой город был? Запорожье. The year 2000. Это было в 2000 году. We traveled all over Ukraine. И потом мы путешествовали еще по всей Украине. I'm rich. Я богат. Because a lot of souls getting saved, a lot of people delivered, a lot of people healed. И большое количество людей было избавлено, исцелено и спасено. At the end of the day, и в конце дня, you ask yourself, how possible? И в конце дня я спрашивал себя, как вообще возможно? Could this be? Насколько возможно это может быть? It can be only in a dream. Это возможно только во сне. But it was a dream come true. Но это мечта, она стала реальностью. Your dream will come true. Твоя мечта станет реальностью. I said your dream will come true. Я сказал, твоя мечта станет реальностью. I'm here to testify that your dream will come true. Я скажу тебе, что твоя мечта может стать реальностью. To finish. Уже заканчиваем. There are two kinds of faith you need to understand. Есть два типа веры, о которых нужно знать. There's what we call great faith. То, что первое, то, что мы называем великой верой. And small faith. И маленькая вера. There are two people in the Bible. Есть два человека в Библии. In the New Testament. В Новом Завете. In the time of Jesus. И по типу Иисуса. In the time of Jesus. А, во время Иисуса. That Jesus said. Про которых Иисус сказал. Great is your faith. Велика твоя вера. It was a woman. Это была женщина. Who came to Jesus. Которая пришла к Иисусу. And she said. И она сказала. My daughter. Моя дочь. Is dying. Умирает. Help me. Помогите мне. And Jesus said. Иисус сказал. I can't give the bread of the children to dogs. И он сказал, я не могу дать хлеб, который принадлежит детям, собакам. And the woman said. И женщина сказала. If it falls under the table. Если это падает со стола. The crumbs, the dogs will pick it. Все же на крошки имеют право собаки, они подходят и едят их. And Jesus said. Иисус сказал. I have not seen such great faith. Он сказал, я не видел такой великой веры. This is great faith. Это великая вера. Then the centurion. И есть центурион также.
Who said? Центурион, который сказал. Come to my house. Приди ко мне домой. My servant is dying. Мой слуга умирает. Lay your hands on him and he will be healed. Возложи руку твою на него, и он исцелится. Jesus said, I will come. Иисус сказал, я приду. Then the centurion said. Но после центурион говорит. Don't come. Нет, не приходи. I'm a man under authority. Я человек власти. I tell one go and he goes. Я говорю человеку иди и он идет. I tell the other come and he comes. Я говорю другому приди и он приходит. And I tell the third person do this and he does it. Я говорю третьему человеку делай это и он будет делать. So speak the word. Поэтому просто скажи твое слово. And my servant will be healed. И мой слуга будет исцелен в тот час. And Jesus said. Иисус сказал. I have never seen such faith in Israel. Я не видел еще такой веры в Израиле, как у тебя. So these are the two people. Поэтому есть эти два персонажа. Whose faith? Чья вера? Whose faith? Чья вера? Jesus praised. Чью веру Иисус вознес? One. Two people. They were not disciples. Они не были учениками. They were not apostles. Они не были апостолами. They were not Jews. Они не были даже евреями. One was a Roman. Один был римлянин. And one was a Gentile. И другая была язычница. And Jesus praised their faith. Но Иисус превозносит их веру. Their faith, их вера, was meant for miracles. Была определена для чуда. And their faith was expressed. Их вера была выражена. The way they think. The way they think. А их вера была выражена в образе их мышления. And the way they behave. И в образе и том пути, как они реагировали, как они действовали. They said, они сказали, when it falls down, we will pick it. Как только эти крошки падают, мы их поднимем, мы будем их есть. If I need something, если мне нужно что-то, and the thing falls down, и это падает на землю, I won't let it go. Я не позволю этому упасть, я не позволю этому пропасть. Я все равно подниму его. Because it's meant for me. Потому что это для меня, это что-то ценное. Said, Иисус сказал, that kind of behavior, такое поведение, great faith. Это великая вера. The other one said, другой сказал, come, иди, come, приди. The young girl in the glasses, come. Пусть салим. She's coming. Stay here. Еще мне пора тебе. Up. Before me. Right up. Look at him. Go there. Go to the back there. Raise up your hand. Он говорит, пойди, подними okay. руку. Stand up. Stay there. Стой там. Give me a note on the keyboard. No. Quick. He did it. This is the expression of the centurion. Это было выражение центуриона. I said to one, come, and she comes. И это то, что центурион сказал. Иди, и она вышла. Go, and he went. Я сказал ему, иди, и он пошел. Play, and he played. Я сказал ему, сыграй, и он сыграл. And Jesus said, this is great faith in Jerusalem. Иисус сказал, это самая большая вера в Израиле. В Иерусалиме. Somebody said, Jesus gave me great faith. He said, no. Tell somebody, go. Tell somebody, come. И поэтому он говорит, скажи кому-то. Tell somebody, do. Скажи кому-то сделать, скажи кому-то пойти, That's скажи кому-то сделать. Это и есть великая вера, поручить. He said, such faith challenges me. Иисус сказал, признал, что такая вера бросает мне вызов. But with the disciples, но когда ученики, he said, little faith. Был один ученик, которому Иисус сказал, у вас слабая вера. You of little faith. И он, да, когда они маловерные, он назвал их маловерными. How long will I be with you? Как долго мне еще быть с вами? You of little faith. Вы люди малой веры, маленькой веры. He was always saying, you of little faith. И он постоянно их так обижал, говорит, вы люди маленькой веры. You of little faith. Люди маленькой веры. To the woman, great faith. Но этой женщине язычница говорит, у тебя великая вера. The centurion, big faith. Говорит, центурион, у тебя великая вера. Then the disciples said, Jesus. И потом ученики говорят, Иисус. Increase our faith. Повысь нашу веру. Increase our faith. Увеличь нашу веру. And he said, и он говорит, if you have a little faith, like a mustard seed, если у вас маленькая вера, с горчичное зерно, you can tell the mountain move, and it will move. Вы можете сказать, с такой верой. Thank you. You can tell the mountain move, and it will move. Вы можете сказать, с такой
маленькой верой о горе двинься, и она двинется. И они сказали, это как вообще возможно? The woman, great faith. Но женщина великой веры. The centurion, great faith. И центурион великой веры. Disciples. Small. Ученики маленькой веры. Then they said, increase our faith. И они просят, увеличь нашу веру. We want great faith. Мы хотим великую веру. Now listen to me attentively. И послушайте, этот момент очень важен. For the Christian walk. Для христианской работы. You need both. Вам нужна два типа веры. The great faith. Великая вера. And the weak faith. И маленькая вера. The great faith. Большая вера. For miracles. Для чудес. And the small faith. И маленькая вера. To grow. Чтобы расти. In the Lord. В Боге. Do you know that? Вы знаете, что? The woman. Женщина. With the great faith. С большой верой. And the centurion. И центурион. With the great faith. С большой верой. They never follow Jesus. Они в итоге никогда не последовали за Иисусом. But the disciples, но они не следовали за Иисусом, да? Ну как в отличие от учеников. Но ученики, у них была маленькая вера. And they followed Jesus. Но они все равно следовали за Иисусом. And they did what Jesus told them. И они не делали то, что Иисус им поручал. And they preached the gospel. И они проповедовали Евангелие. With a little faith. С маленькой верой. From disciples. От учеников they became apostles. До той степени, пока они не стали апостолами. Они стали теми, кто изменял мир. Они стали теми, кто изменял мир. Они распространяли Евангелие. They started writing epistles. Они начали писать послания. The woman, женщина and the centurion, и центурион, they never wrote a book. Они никогда не писали книгу. Peter wrote a book. Петр написал книгу. John wrote a book. Иоанн написал книгу. James wrote a book. Иаков написал книгу. The disciples increased in faith. Но мы видим, что ученики не росли в вере. But when it comes to miracles, но когда речь идет о чудесах, they learned from the woman. They learned from the centurion. Они учились от центуриона, они учились that от женщины. They need to do something. Что им нужно сделать, им нужно среагировать. Как-то. Which expresses great faith. Среагировать этой верой, сделать пойти на риск с большой верой. Они не закричали. They told the man with the weak legs. Они сказали человеку с слабыми ногами. Rise up. Вставай. Get up. And walk. И ходи. And it was a miracle. И это было чудо, произошло чудо. Amen. Peter said to Anani. Петр сказал Анани. You lied to the Holy Spirit. Ты обманул Духа Святого. И тот упал. Сапфира зашла после него. Why did you lie? И он спросил, почему ты она испугалась и умерла. By his words. И по его словам. Then he said, Jesus Christ. И он сказал, Иисус Христос. Is the only way. Это единственный путь. A mediator. И посредник. Between God and man. Между Богом и человеком. Then 5,000 people gave their life. Hey. That is that's where she's. Okay. That is Acts chapter 4, verse 4. Деяния 4:4. 5,000 people gave their life. 5,000 них их жизнь. 5,000 покаялись. А, покаялись, okay. So you understand that. Поэтому тебе нужно понимать. Great faith. Что великая вера. Is meant to do the work of God. Она призвана делать большую работу Божью. But small faith. Но маленькая вера. Is meant for you to be growing little by little. Она призвана для того, чтобы ты рос шаг за шагом. So in your Christian walk. Поэтому в твоем христианском хождении. There's a time you need to express great faith. Есть время, когда тебе нужно быть дерзновенным в вере. And there's a time to accept that you don't have all the faith you need. И иногда нужно просто позволить и смириться с тем, что есть куда расти. Have you ever felt that as if God has left you? Когда ты чувствовал себя в такой степени, что Бог тебя оставил? As if you don't have faith. И казалось, что нет веры. But yesterday you prayed for someone, the person got healed. Но вчера ты молился за кого-то, кто-то исцелился. При этом, когда ты чувствовал себя в слабости. You have somebody. Ты у тебя есть кто-то? And you are rejoicing. Да, то есть ты исцелил и ты возрадовался и сказал, Бог сделал мне еще раз. И смотришь, есть какая-то еще проблема. And you think you don't have faith. И у человека нет веры. That little faith brings you to Jesus.
И вот и именно это состояние, да, такой маленькой веры, когда ты просто делаешь маленький шаг за шагом в познании Иисуса, Он приводит к тебе в познание Иисуса. Но великая вера makes you move forward. Она тебя не просто ведет, она заставляет тебя делать большие шаги. To work miracles. К чудесам. Do you understand what I'm saying? Приблизительно понимаете, в чем речь, да, различие между маленькой и большой верой? So with this understanding, поэтому с этим пониманием you can make the thing that seems like dreams come to reality. Вы можете сделать эти вещи, которые кажутся мечтаниями, реальностью. You can make your dreams real. Вы можете сделать свои мечты реальными. And you can rejoice for what God is going to do for you. И в итоге радоваться тому, что Бог сделает для вас. Давайте встанем и помолимся. I don't know whether you understood all that I said. But you're a good guy. Give him a big clap. Pastor, I thank you for this.